Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня». В студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Громкое убийство в Красногорске. КПРФ обратится к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Сорвали все сроки. До наступления холодов неделя. Дома для погорельцев в Хакасии до сих пор не готовы. Депутаты левых фракций Европарламента на встрече с членами ЦК КПРФ в Москве. Почему гости так хотят дружить с Россией? КПРФ обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь для ряда преступников, чьи действия повлекли насильственную смерть граждан. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Вызвано это теми событиями страшными, которые произошли в последнее время, в сентябре, в октябре, в целом ряде регионов Российской Федерации. Был у нас недавно произведен террористический акт в Санкт-Петербурге, которая гражданка пострадала. Задержана группа террористов в Москве, которые часть из них проходили подготовку в Сирии. И вот совсем последнее убийство и депутатов Московской области, и заместителя главы Красногорского района и так далее. То есть сегодня такая ситуация начинает складываться. Когда одно убийство – это одно, а когда их уже два – это уже система. По мнению Соловьева, смертная казнь могла бы стать наказанием за самые тяжкие преступления – террористические акты, попытку захвата власти вооруженным путем, массовые и заказные убийства. В Москве почти 100 человек проверят на причастность к террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислам», сообщает агентство «Интерфакс». МВД получило оперативную информацию о том, что в столичном регионе существует законспирированная ячейка организации. Коротко о других российских новостях. Согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения, 48% россиян считают, что скоро наступит самый тяжелый период для экономики страны. Социологи ВЦИОМ отметили, что жители России стали менее оптимистичными. Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что на индексацию пенсий Россия потратит около 350 миллиардов рублей. Кудрин отметил, что эта сумма равна половине расходов на высшее образование в стране. Напомним, что правительство продлило заморозку пенсионных накоплений на 2016 год. Цена жизненно важных лекарств выросла на 17% в 2015 году, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Глава ведомства добавила, что 70% фармацевтических препаратов в аптеках являются импортными. Россельхознадзор проводит ряд проверок гипермаркетов сети «Магнит» в разных регионах России, сообщает агентство ТАСС. Напомним, что летом 2015 года ведомство проверило и нашло ряд нарушений в гипермаркетах «Ашан». Список культурных объектов федерального значения пополнился на 220 пунктов по инициативе Кабинета министров Российской Федерации. 20 октября правительство официально включило достопримечательности Крыма в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Через неделю столбик термометра в Хакасии уже не поднимется выше 0 до весны. А те, кто остался без жилья в результате лесных пожаров, вынуждены за свой счет достраивать новые дома. Погорельцы, которые не имеют средств на строительство, продолжают оставаться в пунктах временного размещения. От лесных пожаров в Хакасии пострадали около 1500 жилых домов. Средства на восстановительные работы были выделены из федерального бюджета. Местные власти должны были сдать готовые дома для погорельцев к началу осени. Однако во время рабочей поездки президента Владимира Путина в регион в начале сентября строительство так и не было завершено. Подрядчики, пытаясь отчитаться к нужному сроку, пытались заставить жителей переезжать в недостроенное жилье. Людей массово заставляли подписывать акт приема и передачи недостроенного жилого помещения, которое по документам выглядело как вполне достроенным и отвечало требованиям жилищного законодательства, предъявляемого к жилым помещениям. Вот. Значит, в данных актах указывается о том, что генподрядная организация передает гражданину ключи от входной двери в жилой дом, но на тот момент дома выглядели буквально вот состояли из одних стен. Но даже в тех домах, что были достроены и сданы в эксплуатацию, переехавшие погорельцы обнаружили массу недоделок. На данный момент времени существует нехватка строительных материалов. А заработную плату строители у нас не получают уже буквально несколько месяцев. Вот. Опять-таки из-за этого, конечно, тормозятся все сроки и отсутствует стимул строительства. Люди сами как могут, понимая факт того, что уже скоро грядут
холода, сами как могут, значит, пытаются помогать строителям. За свой счет устанавливают двери, то есть даже есть вот такие моменты, за свой счет укладывают кафельную плитку. В селе Шира местные власти предлагают погорельцам обращаться в Хакасский благотворительный фонд «Республика» с просьбой профинансировать бурение скважин, строительство веранд и топочных помещений. И это при том, что генеральный подрядчик строительства «Черногорск отдел строй» получил все необходимые средства из федерального бюджета. Жители обратились с заявлением в прокуратуру с просьбой установить, как и на что были потрачены деньги, но ответа пока не получили. Елена Орлова, Кристина Букина, «Красная линия». Отметим, что губернатор Республики Хакасия Виктор Зимин в интервью местному телеканалу заявил об успешном завершении восстановительных работ в регионе. Не скрывая гордости, чиновник отчитался о высочайших результатах. 99 или 99, там, 98%, можно сказать, что да, закончен. Этап мы выполнили. Мы сдержали слово перед федеральной властью. Это было главное. Министр топлива и энергетики ЛНР Дмитрий Лямин взят под арест по приказу главы самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого, сообщает агентство «Интерфакс». Лямин подозревается в превышении должностных полномочий. Коротко о других событиях в мире. В Дрездене прошел марш против наплыва нелегальных иммигрантов и исламизации Европы, сообщает агентство «Интерфакс». Согласно информации движения «Пегида», на улицах собралось около 40 тысяч человек. Демонстрация прошла мирно. В Стамбуле задержали около 50 иностранных граждан, которые проходили подготовку в учебном центре ИГИЛ. Согласно информации газеты «Ватан», агенты Исламского государства готовили боевиков в подвальных помещениях в азиатских кварталах Стамбула. Деятельность ИГИЛ запрещена в России. Военные Соединенных Штатов Америки преднамеренно протаранили больницу в городе Кундуз в Афганистане, сообщает агентство BBC. Войска планировали провести инспекцию внутри здания, но не знали, что там находятся представители медицинской организации «Врачи без границ». Украина выплатила «Газпрому» $136 миллионов за поставки российского газа в октябре, сообщает агентство «Интерфакс». Напомним, что 12 октября государственная корпорация «Газпром» возобновила поставки сырья на Украину. 31 октября гигантский астероид пройдет в 500 тысячах километров от Земли, сообщает космическое агентство США НАСА. Скорость движения небесного тела составляет 35 километров в час. Опасности для планеты астероид не представляет. Уже второй год Россия лишена права голоса в Европарламенте. Сегодня каждый контакт между нашими законодателями важен и ценен. В гербовом зале Госдумы состоялась встреча руководства фракции КПРФ с депутатами Объединенных левых Европейского парламента. Последний раз такая делегация посещала нашу страну 5 лет назад. Сегодня объединенные левые в Европарламенте – это 53 депутата, коммунисты, социал-демократы из 14 стран. Вся Восточная Европа представлена лишь Чешской коммунистической партией. Но, по мнению делегации, большинство европейцев разочаровалось в неолиберальной политике, и с каждым годом популярность левых растет. Наша общая воля укреплять связи с Европой, и мы считаем, что это одно из самых перспективных направлений, связанных с решением проблем, в том числе и проблем Ближнего Востока, миграции и нашего совместного социально-экономического развития. Представителям Прибалтики за последние годы во многом удалось навязать свое отношение к России всему Европейскому парламенту, считает глава делегации и фракции Объединенных левых и левозеленых Севера Габриэла Циммер. Но ситуация изменится, когда в Европарламенте большинство будут составлять депутаты от левых партий. Мы не сможем изменить ситуацию в Европе, если у нас не получится поддержать левых в Восточной Европе, поспособствовать укреплению их позиций. Разумеется, это предполагает возобновление отношений и диалога между Европарламентом и Госдумой и Советом Федерации, которые, как известно, были заморожены, но их следует восстановить. Европа должна вернуться к диалогу с Россией. Без такого диалога невозможно достичь стабильности, считает депутат Европарламента. В таком же ключе, надеюсь, будут встречи у представителей фракции левых в Европарламенте с представителями других наших парламентских фракций проходить, потому что мы организовали встречи со всеми фракциями. В ходе разговора гости пригласили Геннадия Зюганова посетить Брюссель и выступить перед депутатами Европарламента. Александр Тинянов, Николай Домрин, «Красная линия».
Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго, до свидания.